Добрый день, дорогие зрители. Это социальный эксперимент по предмету радио и ТВ. И мы начинаем. Понятно. А какие качества? Сколько должен заработать? Дома. На самом деле, деньги ма? Таким он был, ма? Арнам спальде махаватпа. Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы обеспечить женщину? Около 500 тысяч. Ну, смотря на то, что сейчас цены, все такое, и то, что хотят женщины, ну, около 500 тысяч, я думаю, чисто мое мнение. Понятно. А какие качества должно быть у женщины, девушек, у дам? Да, смотря на это, долго, много, ничего не требуется. Ну, самое главное – это верность. Вроде все. Для меня лично. Верность. Ответь на один вопрос. Деньги или честь? Честь. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы обеспечить женщину? Ну, примерно где-то 200-300 тысяч. 230? Да. Ой, 300, извиняюсь. 300? Да. А почему мало? Потому что многого и не надо для женщины, думаю. Понятно. А какие качества должно быть у женщины, девушек? Ну, конечно, первое качество самое – верность. Да. И ценить то, что имеешь, и быть благодарной. Понятно. Ответь на следующий вопрос. Деньги или честь? Честь. Спасибо. На самом деле, деньги, а? Здравствуйте. 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 Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы обеспечить вас? 700 тысяч тенге. 600-700 тысяч, да. Понятно. А какие качества должно быть у мужчин? В характере? Внутренне. Спокойный, хороший, добрый, понимающий, щедрый. Все. А вы? Также щедрый, спокойный, с хорошим образованием. Это влияет на качество внутреннего человека. Понятно. А теперь самый главный вопрос. Деньги или честь? Деньги. 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 Вы первые, кто ответили деньги. Да. Спасибо за то, Рахмет.